Сегодня мы решили провести такую небольшую школу именно по приглашению, потому что для большинства людей это является таким самым большим камнем преткновения, через который, в принципе, обязательно рано или поздно придется пройти. Потому что если человек пришел в бизнес надолго, если он пришел за большими деньгами, если у него большая цель, то как бы перепрыгнуть через этот шаг просто не получится. И в первую очередь, тоже, чтобы было понятно, знаете, любое обучение, оно очень важное и очень нужное. Разговор, именно звонки, потому что сетевой маркетинг – это бизнес общения, все вы, наверное, это знаете. Это шаг номер один, без которого, собственно говоря, и с места сдвинуться невозможно. Именно поэтому эту тему сегодня и решили затронуть. И знаете, даже скажу по секрету, что, возможно, какой-то волшебной таблетки здесь и не будет, каких-то там конкретных фраз. Все люди разные, каждый разговор индивидуален. Но, по крайней мере, какое-то отношение к звонкам, состояние, в котором вам нужно находиться, когда вы делаете эти звонки, возможно, будет полезно услышать именно о каких-то таких вещах. На самом деле все действительно очень просто, и большинство проблем мы создаем себе сами, потому что много переживаем о каких-то вещах, которые еще, собственно говоря, и не свершились. И сегодня речь пойдет о простых, очень доступных для понимания вещах. Вкратце можно изобразить это примерно вот так. Подготовка к звонку. В каком состоянии нам нужно находиться, что нам нужно иметь перед собой, перед тем, как начать делать звонки. Постановка цели – это чуть ли не самым важным этапом перед звонком, потому что очень важен тот момент, для чего именно мы звоним человеку. И в большинстве случаев из-за неправильной постановки вот этой цели наши звонки и не приносят никакого результата. Начало разговора, тактика разговора и, конечно же, завершение разговора. Все очень просто, и начнем тогда по порядку. Конечно же, когда мы понадобавляли в Skype контакты, когда у нас их достаточно, поговорить с человеком голосом, конечно же, надо ему написать сообщение. На слайде вы увидите 5 очень простых сообщений. Это не значит, что нужно копировать эти сообщения, писать их, вы можете написать все, что угодно, своими словами, но очень важно понять, к чему каждое из этих сообщений должно вести. Каждое сообщение, которое мы пишем человеку, должно вести к тому, чтобы человек вышел к нам на контакт, захотел поговорить с нами голосом. Ни в коем случае не нужно вступать с человеком в переписку. Очень много бывает таких случаев, когда человек пишет, что у него нет микрофона, кошка перегрызла провод от наушников, и третья, четвертая, и, собственно говоря, нужно просто понимать, что если человек пришел в бизнес надолго, пришел за серьезными деньгами, то об отсутствии гарнитуры просто не может идти и речь. Может быть, конечно, какое-то форс-мажорное обстоятельство, что действительно час назад у человека случились какие-то технические проблемы. Просто напишите ему, что давайте созвонимся, когда у вас наладится связь. И все. И ни о какой переписке, всю переписку надо выкинуть из головы. Никакому результату это не приведет. И, собственно говоря, знаете, даже если в переписке человек у вас попросит какую-то информацию, скиньте мне ролик, либо еще что-то, я посмотрю, да, потом созвонимся. Абсолютно ничего такому человеку скидывать не надо, потому что в большинстве случаев этот человек ролик даже смотреть не будет, а даже если он посмотрит и, возможно, примет решение прийти к вам в бизнес, очень большая вероятность, что этот человек вам просто-напросто не подойдет как партнер. Нам нужны люди, которые в первую очередь охотно выходят на голос. Вот такие люди. Если неохотно, ну, допустим, человек тоже вышел к нам на голос, преодолев какой-то страх, то это уже большой шаг. Такой человек нам тоже подойдет, потому что если он решился раз, то мы сможем научить его и помочь ему избавиться от любого страха. Поэтому сообщения должны быть вроде таких. Не надо писать большие тексты. Собственно говоря, воля фантазии здесь очень большая. Ну, можете сделать на самом деле скриншот или переписать в тетрадку, потому что это вот те сообщения, которые работают безотказно и ничего, собственно говоря, придумывать левого и не нужно. И вот когда мы раскидали вот эти сообщения, с этого начинается любой рабочий день. Смотрите, очень важно делать каждый день определенное количество звонков. Конечно, чем больше мы их будем делать, тем быстрее эти звонки станут нам в радость.
Нам станет легко общаться абсолютно с любыми людьми, независимо от того, сколько времени они находятся в бизнесе. И, соответственно, когда вот эта легкость появится у нас, то и начнет появляться результат. И еще вам скажу по секрету, что, знаете, абсолютно даже не важно, что сделали, допустим, в день 10-15 звонков, и нет никакого результата по бизнесу. Это самая глубочайшая ошибка, потому что из 10-15 звонков вы на 10-15 ступеней поднимаетесь выше, поднимаетесь ближе к своему успеху, ближе к отпусканию полнейшего страха и ближе к легкости общению. И самое, наверное, важное, чтобы из каждого разговора вы выходили победителем для себя. Если человек бит или проявляет высокомерность, не надо ему ни в коем случае уподобляться. Верните ситуацию так, чтобы в своих глазах вы вышли из этого разговора победителем. Если человек хороший, добродушный, завершите разговор так, чтобы у вас с этим человеком остались теплые отношения. Неизвестно, что будет дальше, что будет через месяц, через полгода. И практика показывает, что такие люди, с которыми мы общались раньше, очень часто приходят к нам в бизнес в будущем. И, конечно же, после того, как мы отправляли людям сообщения, на этом слайде я просто не мог не остановиться, потому что это действительно важно. Многие из вас знают, о чем идет речь, но попадаются люди, которые очень часто спрашивают, а как это делать и зачем. И, собственно говоря, поэтому я решил немножко времени уделить этому. Смотрите, каждый раз, когда мы человеку что-то пишем, пишем ему какое-то предложение пообщаться голосом. Либо когда мы с человеком уже поговорили. Вверху вы видите Татьяна, прекрасная, симпатичная девушка. И рядом с ее именем такой кругляшочек. Нажав на этот кругляшочек, у вас открывается прописная строка, в которой вы можете написать все, что у вас происходило во время контакта с этим человеком. Если вы написали сообщение этой девушке, вы можете там написать, что написали один раз сообщение. Если вы поговорили, вы можете там написать, в каком проекте находится этот человек. Можете написать какие-то личные качества, что человек добродушный, хороший, что человек негативный. Все, что угодно вы здесь можете написать. Это будете видеть только вы, и это действительно очень важно. Если у вас в скайпе находится 100 или 200 контактов, возможно, сейчас вы игнорируете вот эти подписки, потому что думаете, что и так все запомните по фотографии, думаете, что ага, этого человека я запомню точно, что с ним общался. Но на самом деле, когда в скайпе у вас появляется 700, 1000, 1500 контактов, а поверьте, если вы в бизнес зашли действительно надолго и ничто вас не свернет с вашей цели, то такое количество контактов в скайпе у вас будет обязательно. Это только дело времени. И когда у вас появится в скайпе вот именно такое огромное количество контактов, и все лица, в принципе, будут вам знакомы, потому что часто вы будете по своему списку проходить, и будет очень просто такая неприятная ситуация попадаться, когда вы будете звонить человеку, с которым уже говорили, но не будете помнить вообще ничего, о чем шел разговор. Даже то, что вы с ним общались. И на самом деле, поэтому важно все это фиксировать. Поначалу действительно кажется, что можно обойтись без этого, но в дальнейшем, просто сейчас лучше перестраховаться, сделать этот шаг, и в дальнейшем вы поймете, что это действительно очень важно. Какой бы контакт у вас ни был с человеком, какая-то короткая переписка, либо общение голосом, нужно обязательно это отметить. Очень простой метод. Пишите человеку сообщение, допустим, и одно из тех сообщений, которое было на прошлом слайде. Здравствуйте, как вы смотрите на то, чтобы созвониться и познакомиться? И у себя вверху, возле имени, пишите «отписал один раз». Так как вы сообщение пишете именно только для того, чтобы вывести человека на разговор, другие сообщения вы им просто не пишете, то в следующий раз, когда вы попадете на этот контакт, вы будете видеть, что у вас написано «отписал один раз». Вы будете знать, что этому человеку вы один раз уже предлагали пообщаться голосом. Поэтому вы смело можете не отписывать ему уже второй раз. Не надо писать ему бесконечно. Знаете, я раньше писал и по 3, и по 4, и по 5 раз сообщения. И ни к чему хорошему это не приводило. Люди или игнорировали, либо писали, что у них нет времени. А вот сейчас я вам говорю действительно о проверенной такой методике. Написали человеку один раз сообщение и отпустили с легким сердцем. Отметили, что отписали ему, и пошли бродить по своим контактам дальше. И в следующий раз, это может быть на следующий день, может быть через 3 дня, может быть через неделю. Когда вы попадете на контакт, где у вас написано, что вы отписали один раз,
Вы знаете, что вы этому человеку предлагали пообщаться голосом, а он вас игнорировал. И поэтому с легким сердцем вы можете подвести курсор на кнопку «Позвонить» и нажать на нее, не предупреждая, не делая никаких предупреждений человеку. Потому что, по сути, человек поступил некорректно к вам. Человек проигнорировал вашу просьбу, да, ваше предложение поговорить голосом. Но вот на самом деле не нужно по несколько раз отписывать человека. Удалять контакты тоже не рекомендуется. Знаете, я на практике сталкивался с людьми, которым у меня было вверху написано, отписал 4, не берет 5. Вот. Ну, каждый придумывает какие-то свои фразы, у меня почему-то сложились такие. Это я человеку делал 4 раза предложение поговорить голосом, и 5 раз человек не брал трубку. А потом на 6-й раз я этому человеку позвонил, милая женщина взяла трубку, мы с ней очень хорошо поговорили. И на самом деле у нее просто был какой-то страх, хотя она вначале говорила, что не было возможности, не было времени. Ну, в процессе разговора выяснилось, что просто в бизнесе она недавно. И на самом деле просто переживала сказать что-то не то. Поэтому удалять контакты, я думаю, не стоит. Люди созревают по-разному, с разной скоростью. И когда человек понимает, что в принципе он зашел в бизнес по-серьезному, надолго, за деньгами, за большими деньгами, то такие люди рано или поздно все равно начинают выходить на голос. И поэтому удалять контакты все-таки не стоит. С этим немножко разобрались. Переходим уже поближе к практической части. Именно подготовка к звонку. Это говорит просто о том, что перед тем, как мы садимся за компьютер, как мы включаем Skype и собираемся делать какие-то действия, просто необходимо поднять себе настроение любыми способами. Если вы играете на музыкальных инструментах, можно на чем-нибудь поиграть, можно послушать приятную музыку, можно посмотреть какой-нибудь клип, но чтобы настроение у вас было приподнятое. Потому что тоже, наверное, не открою ни для кого секрет, в каком настроении мы находимся, таких людей мы и будем притягивать к себе в Skype, в разговорах. Если, знаете, человек настроен на негатив, он говорит, мне попадаются одни неадекватные, одни какие-то психи, то поверьте, что такие люди ему и попадаются неспроста. А если человек ведет жизнерадостную позицию, постоянно улыбается, несмотря ни на что, то точно такие же люди ему будут попадаться и в разговорах. Это тоже проверено, а на самом деле это работает. Может быть, по какому-то закону мироздания, что подобное притягивает подобное. Итак, после того, как у нас появилось хорошее настроение, у нас должен лежать рядом листик «Алгоритм проведения встречи». О нем я расскажу в конце, что это такое. Ну, в процессе какие-то поэтапные шаги будем упоминать. На самом деле, большинство, наверное, людей в этой комнате знает, о чем идет речь, что это за такой за алгоритм проведения встречи. Ну, к концу этой школы, я думаю, что все поймут и все узнают, что это такое. Вот этот алгоритм на листике должен лежать рядом с компьютером или висеть где-нибудь на стенке возле компьютера. Это касается, знаете, вот есть люди, которые уже перелопатили пол интернета, переговорили с большим количеством людей, которые уже довольно успешны, и у них этот алгоритм уже в голове, этот листик им абсолютно не нужен. А если человек только недавно в бизнесе, либо в бизнесе уже достаточное время, а делать звонки начал относительно недавно, то этот алгоритм просто необходимо держать рядом, чтобы он укоренился в голове, и этот листик тогда уже не понадобится. Конечно же, очень важно иметь тетрадку и ручку, или листик и карандаш, или фломастер, и еще что-нибудь. Это кому как удобно, потому что в процессе разговора обязательно также на первоначальном этапе нужно некоторые вещи записывать. О них я тоже, о этих вещах, расскажу чуть позже. И это касается, знаете, точно так же, как и с алгоритмом, когда у человека уже наработанный стаж, и он действительно с легкостью общается со всеми людьми, то в этом случае карандаш, ручка, листик уже, в принципе, и не нужны, потому что человек понимает, и в голове вот эти приоритеты, картинка полностью уже расставилась, как себя вести и что говорить людям. А если человек недавно действительно начал звонить, еще испытывает какой-то страх, какое-то волнение, то ручка и тетрадь должны быть тоже обязательно. Это, знаете, как такой небольшой задел на будущее, чтобы тоже кое-что уложилось в голове, расставились определенные приоритеты, потому что без этого, в принципе, и научиться чему-то
невозможно. Если возможно, то очень сложно или очень долго. Ну и, конечно же, перед звонком просто необходимо посмотреть личные данные человека, которому вы собираетесь звонить. По ссылкам мы можем определить, в каком проекте она находится, потому что очень часто в ссылках промелькивает название какого-то данного проекта. Мы можем посмотреть возраст человека, посмотреть, с какой он страны, с какого города, посмотреть, сколько у человека контактов в Скайпе. По количеству контактов в Скайпе мы тоже можем сделать какое-то мнение о человеке, как давно он уже занимается бизнесом. Но очень часто это мнение бывает ошибочное. Поэтому по личным данным делать какой-то вывод о человеке тоже сходу не стоит. Очень важно обратить внимание на статус человека, на его настроение. Что у него там написано, потому что это может пригодиться в начале разговора. Чтобы этот разговор завязать и чтобы все потекло так, как нам нужно. И вот, в принципе, когда вот эти все приготовления пройдены, когда есть алгоритм, естественно, когда алгоритм у вас будет лежать, вы уже будете знать, о чем речь, в голове он у вас уже будет находиться, когда у вас будет улыбочка, легкость, когда будет ручка, тетрадь, когда вы посмотрите личные данные, в этот момент, наверное, наступает самый-самый такой... Это все-таки решиться и нажать на кнопку «Позвонить». Когда человек сидит и думает, может думать 5 минут, может думать полчаса, нажать или не нажать. Потому что, знаете, очень часто бывают ситуации, когда мы кому-то собираемся позвонить, но не можем принять решение. Действительно, нажать или не нажать. И в конечном итоге мы не звоним, а идем по списку дальше. Поэтому здесь... Самое, наверное, простое решение – это все-таки нажать на кнопку «Позвонить» и узнать, что за человек там находится. У большинства людей цель, когда мы звоним человеку, нам кажется, что мы чем-то ему обязаны, и мы должны ему что-то рассказать, сделать ему какое-то предложение, рассказать о своем бизнесе. На самом деле, я расскажу, как я отношусь к этой ситуации и что находится у меня в голове, когда я делаю человеку звонок. На самом деле это гораздо проще, это гораздо легче, и нажать на эту кнопку «Позвонить» вообще не составляет никакого труда, когда в голове немножко по-другому все расставлено. Когда мы звоним человеку, нужно преследовать единственную цель. Цель номер один – это узнать, что это за человек. Раз он находится у вас в Скайпе, почему бы вам не услышать его голос? Не понять, чем он занимается. Вот отодвинуть бизнес, отодвинуть все вот это куда-нибудь на задний план, хотя все это присутствовать будет, а первоначально целью звонка сделать действительно, чтобы узнать человека, узнать, кто это. Ну, раз уж он находится в контактах, почему бы не услышать его голос? И вот с таким отношением к звонку нажать на кнопку «Позвонить» будет на самом деле гораздо проще, потому что вы ничего абсолютно от него не хотите. Вы просто хотите узнать, что это за человек, тем более, что он находится у вас в контактах. И действительно, надо просто нажать эту кнопку. И еще, знаете, могу остановиться здесь немножко. Очень важно понимать, что чем бы не закончился этот звонок, пускай вы покажете себя самым наиглупейшим образом, пускай там кто-то над вами посмеется, абсолютно не важно, чем закончится этот звонок, он двигает вас на один шаг ближе к вашему успеху. Потому что с этим звонком у вас приобретается, во-первых, легкость в общении. Ну, я скажу наверняка, что вряд ли сейчас кто-то испытывает, чувствует себя в звонках идиотом или ущемленным, потому что все люди уже на практике делали звонки и примерно знают, как себя вести, с какими людьми. Но важно понимать, что любой звонок, даже если вам отказали, даже если человек там успешен, даже если там неважно, чтобы, чем бы этот звонок не закончился, то вы на один шаг поднимаетесь выше к своему успеху. Вам откажут 10 раз, а потом 2 раза скажут «да». Сетевой маркетинг, так же, как и бизнес-отношения, также еще является и бизнесом статистики. Поэтому даже если человек очень-очень успешен, и ему ничего не надо, он... полностью в шоколаде, то почему бы не узнать это от него голосом, а не просто из своих каких-то предположений, надуманных по его личным данным или по его фотографии. Потому что это сомнение у вас будет висеть в голове всегда, и человек, возможно, зеленый в бизнес зашел абсолютно недавно, а вы вот именно из своих каких-то наблюдений решили, что он опытный и богатый человек, которому ничего не нужно.
Хотя, возможно, человек живет в коммунальной квартире, пользуется старым ноутбуком и действительно ищет какую-то возможность. Потратил пол зарплаты, чтобы сделать себе хорошую фотографию. Или что-то еще в этом ключе. Поэтому очень важно просто нажать на кнопку «Позвонить» и голосом уже услышать человека. Только голосом у вас формируется абсолютно точная картинка, что за человек находится по ту сторону скайпа. Ну и, конечно, когда идут гудки, такой очень на самом деле простой слайд. Вот все, что находится в верхней части, вот этот мужчинка, вот эта девушка, это то, в чьей позиции нам не нужно находиться. Нам не нужно быть вот таким мужчиной, который с рупором что-то навязывает, доставляет дискомфорт, да, человеку, который кричит, как многие кричат. Знаете, на самом деле у нас суперкомпания, суперпродукт, суперпроект. Сейчас это перевернет весь мир, давайте быстро к нам. У нас сейчас тут будут все, вот нам вот этого не надо. От этого все уже устали, и вы видите бедную милую девушку, которая действительно закрыла уши, потому что уже всем это надоело. Но в то же время нам не нужно быть на позиции вот этой девушки. Нам также нужно экономить свое время, не нужно никого часами выслушивать. Бывают случаи, когда нам человек что-то рассказывает 30 минут, 40 минут, и нам это абсолютно неинтересно, но мы почему-то продолжаем слушать. И на самом деле, что этот разговор, он же ни к чему не приводит. Смотрите, когда мы человека выслушиваем, он и не может ни к чему привести, потому что мы, когда слушаем, мы находимся в состоянии дискомфорта. И когда мы этого человека полностью выслушаем, положим трубку вверху, где написано его имя и фамилия, мы подпишем «грузовик» или что-нибудь в этом темпе, да, «загрузил» или там «не звонить ему» или что-то еще, третье, четвертое. Так ради чего тогда 40 минут или 2 часа действительно слушать? Как уходить от этих разговоров? Ну, тут на самом деле очень все просто. Нужно тактично остановить человека, сказать, или сказать, что у вас срочный звонок, или сказать, что вам нужно куда-то идти. Или еще гораздо проще просто остановить человека и сказать. Обычно люди долго рассказывают, начинают рассказывать о маркетинге или о чем-то еще. Не бойтесь, прямо сходу тормозните человека и скажите: я все понял, скажите, меня сейчас интересуют основные вопросы. Какой вход, сколько человека надо пригласить, какой выход. Все, и пускай он рассказывает уже по этим вещам, которые вам интересны, если они вам действительно интересны. Если нет, то в любом случае вы можете сделать для себя какой-то анализ, и этот разговор уже не будет таким долгим. Ну, не надо стесняться говорить людям «нет». И вот в этом понимании, как раз когда мы решились, нажали на кнопку «позвонить», и вот этот желтый смайлик, несмотря на то, что он желтый, нам на самом деле должно быть фиолетово, кто там сейчас поднимет трубку. Абсолютно неважно, мы звоним человеку, как вы помните, только для того, чтобы узнать, что это за человек. И вот еще, что очень-очень важно понять, архиважно понять на самом деле, что никто никому ничего не должен. У многих людей бывает такая небольшая запарка. Я извиняюсь, я буду говорить своими словами, словами, которые сейчас приходят мне в голову, что раз мы звоним человеку, то мы обязательно должны ему что-то рассказать. И наверняка у всех у вас были случаи, потому что звонков мы сейчас делаем много, когда человек поднимает трубку и сходу говорит: ну давайте, рассказывайте, или давайте, предлагайте, или еще что-нибудь. Люди от нас ждут, что мы начнем им сейчас рассказывать о своем проекте. И очень большая ошибка заключается в том, что многие действительно начинают рассказывать. Понимаете, когда мы позвонили человеку, и он уже знает наши действия, он знает, что мы сейчас начнем рассказывать, и мы начинаем ему рассказывать, мы абсолютно ничем его не зацепили и ничем его не удивили, потому что он это уже знал, что мы позвоним и начнем ему что-то рассказывать. Здесь очень важно дать человеку понять, что ничего рассказывать мы ему не собираемся, по крайней мере, сходу. Многие люди на это возражают. Как? Ну вы же мне позвонили. Да все очень просто. Вы знаете, есть у меня такое убеждение в голове, но раз уж мы находимся с вами в контактах, в скайпе, то считаю просто необходимым услышать друг друга голосом. Нет смысла находиться в контактах, если человек не выходит на голос. Поэтому я и стараюсь дозвониться абсолютно всем людям, которые находятся у меня в контактах. Вы согласны? 100 человек из 100 вам скажут «да, согласны». Вот и все. На самом деле все просто. И важно также понимать, что
Если вы отправили человеку запрос на добавление вас в контакты, а он его подтвердил, то он так же, как и вы, в чем-то заинтересован. Скорее всего, он тоже занимается бизнесом, и у него тоже есть для вас какое-то предложение. Если человек послал запрос к вам, соответственно, тут уже понятно, что у него тоже есть какой-то интерес. И знаете, вот многие люди действительно стесняются или боятся выйти на голос. Можно еще у себя немножко уложить в голове такую вещь, что нам попадаются очень часто такие люди, которым страшно разговаривать голосом, но все-таки после нашего звонка они трубку берут. Что мы этим людям точно так же помогаем этот страх перебороть. Потому что эти люди наверняка тоже пришли за деньгами, и пройти через все эти звонки рано или поздно им придется. И мы для них послужили именно той самой ступенькой, тем самым звонком, которая их тоже ведет на один шаг выше к своим целям. Поэтому подходить вот с такой точки зрения к любому звонку гораздо проще. Никто никому ничего не должен. Неважно, кто кому звонит. Я позвонил человеку или человек позвонил мне. Важно понять, что это за человек. Это цель номер один. Следующие цели, они будут приходить в процессе разговора, когда вы будете понимать, что это за человек, чем он занимается, надо ему что-то, не надо. Там уже будут всплывать поочередно другие цели, которые вас интересуют. Но очень важно сделать этот звонок. Не перешагивать через него, не идти дальше, не задумываться, потому что любое сомнение, оно губительно. Я одно время тоже много рассказывал, что страх звонкам, он необоснованный и ничем не подкреплен, потому что все мы сидим дома за закрытыми дверями, ничего нам абсолютно не угрожает, и такой страх, он ведет нас только к успеху. Поэтому очень важно просто нажать на кнопку «позвонить», чтобы там взяли трубку, и все. И этот шаг вы, считаю, уже сделали, потому что разговор состоится в любом случае, что бы там ни было сказано. Ну и, конечно, после того, как вы сказали человеку о цели своего звонка, вы улыбнулись, возможно, сказали какой-то комплимент ему. Знаете, вот идет первое, что нужно сделать, конечно, поприветствовать человека. Я всегда у человека спрашиваю, как у него настроение. Не все говорят, что хорошее, но большинство людей говорят хорошее. В ответ обязательно можно улыбнуться, сказать, ну так это самое главное. И все. И разговор начинает идти в своем ключе дальше. И самое главное в разговоре, что нужно тоже понять, усвоить, что 80% наша задача заключается в том, на 80%, чтобы слушать человека, а 20% задавать ему вопросы. Это тоже очень важно, и в принципе, ну, можно немножко на этом остановиться, но я думаю, вы все понимаете, что люди любят рассказывать о своем бизнесе, любят рассказывать о себе, любят о каких-то своих проблемах, о чем угодно, о кредитах, о делах, о детях. И люди любят, чтобы их слушали. Если человек творческий, играет на каком-то музыкальном инструменте, представьте, вот сидит он в небольшом обществе среди своих друзей, играет, и два человека между собой начинают в процессе его игры о чем-то разговаривать. Это, знаете, считается как, а на самом деле, небольшое оскорбление таланта. Потому что человек открывает душу, он что-то рассказывает, что-то исполняет, а его не слушают. И поэтому для людей очень важно, чтобы их слушали. А в нашем случае мы должны не просто слушать людей, а слышать. Это гораздо важнее. И вот здесь на самом деле нам и понадобится та самая ручка и та самая тетрадка. Потому что человек нам может что-то рассказывать. И знаете, очень важно задавать вопросы человеку. Не просто слушать, а 20% задавать вопросы именно из тех ответов, которые нам будет говорить человек. Он нам что-то рассказывает, и мы из его же ответов выцепляем что-то интересное, что нам действительно интересно. Очень важно сделать акцент, что нам действительно интересно. Не просто для галочки задать ему вопрос. И просто человек может рассказывать нам что-то эмоциональное, и чтобы этот вопрос нам не забыть, мы можем записать его в свою тетрадку. И когда человек что-то нам расскажет, мы этот вопрос задаем ему. Именно про то, о чем он только что рассказывал. И человек понимает, что мы его действительно слушаем, что он нам интересен. И вот в этом заключается ценность общения. Именно это людей сближает. Никогда просто там позвонил человеку и такой-то проект, такой-то вход, то-то, все, давай сюда. Как-то вот, но все это действительно, это уже не то.
Это не то, что не работает, это, не знаю, нашим людям нужно абсолютно другое. Им нужно понимание, им нужно общение, им нужно, чтобы было кому поплакаться, кому что-то рассказать, поделиться с радостью. И все вы наверняка знаете, что большинство людей сейчас идут не на бизнес, не на проект, а именно на людей. И большая ценность людей – это именно умение слушать. Когда ты внимательно слушаешь человека, то ты человеку становишься интересным. И что касается вопросов, вот сейчас мы поговорили про то, что очень важно слышать человека, слушать и слышать, и очень важно задавать вопросы. Так как у нас не такой бизнес, где можно пригласить 100 человек, а 10 из них или 20 начнут работать, нам перелопачивать такое количество людей не надо, для нас очень важно приглашать в свой бизнес именно активных людей. Чтобы таких людей найти, нужно задавать вопросы. И, собственно говоря, вот тот алгоритм, про который я уже говорил, мы к нему обязательно дальше вернемся. Вопросы задавать тоже надо тематические. Надо узнать у человека, есть ли у него цель. Знаете, цели действительно у людей разные. Кому-то нужна машина, кому-то квартира, кто-то мечтает путешествовать, кто-то мечтает о финансовой свободе. А кому-то достаточно просто прибавки к зарплате или к пенсии 10-30 тысяч рублей в месяц. И на самом деле нам нужно узнать вроде бы как бы и цель человека, да, но в то же время это такая поверхностная цель. Самое главное, что нам нужно узнать, это что ради своей цели человек готов сделать. Потому что он может мечтать о миллионе долларов, и в то же время человек может мечтать о 10 тысячах рублей в месяц. А наша задача – понять, что ради этого он готов сделать, насколько эта цель ему важна. Готов он ради этого делать какие-то действия. Пускай это будет даже 1000 рублей в неделю. Если для человека это архиважно, и он готов делать действия, то эта цель тоже хорошая, это приветствуется. У всех цели разные, у всех разный уровень жизни, и поэтому важно понять готовность человека к действиям. Второй вопрос, на который следует обратить внимание, это готовность к обучению. Потому что на самом деле есть такие люди, которые действительно бьют себя кулаком в грудь и кричат: «Я все знаю, я все умею». Деньги в интернете не зарабатывают, но продолжают стоять на своем. Не надо меня учить, я все знаю. Такой человек в наш бизнес просто не подойдет. Это человек, у которого уже сложилось какое-то сформированное свое мнение, и который, скорее всего, знаете, работает, делает действия, как все. А все, большинство людей, в принципе, в бизнесе результата не получают, потому что работают одинаково. Налево и направо в звонках, я просто уверен, вам встречаются люди, вот, как я рассказывал, которые сходу начинают говорить: у нас супер уникальный продукт, у нас супер компания, сейчас мы взорвем весь мир, давайте быстро к нам, скоро акция, вот после Нового года в России все начинается. Третье, четвертое. Именно по этой причине люди и не зарабатывают деньги, потому что они видят в людях деньги, а в людях надо видеть людей. Я вам скажу по секрету, что это более ценно. И когда начинаешь с этой точки зрения относиться к людям, то деньги просто-напросто начинают приходить сами по себе. И третий, наверное, вопрос, на котором тоже нужно остановиться чуть-чуть, это спросить, каким временем располагает человек, сколько времени он готов уделять новому бизнесу. Потому что, знаете, если вы узнали, что у человека есть цель, узнали, что он готов обучаться, но со временем у него, знаете, там полчаса в день, то о каком бизнесе, собственно говоря, может идти речь? Я вот именно вот эту ситуацию затрону еще, наверное, в конце. И самое основное, чтобы уж закрепить этот слайд, что действительно человека надо слушать и слышать, но ни в коем случае не тратить свое время. Я сейчас говорю о той трате времени, когда нам неинтересно, когда мы чувствуем сначала, что человек не наш, или он высокомерен, или еще что-то, или человек действительно настолько увлечен своим проектом, что сейчас о чем-то с ним говорить, в принципе, бесполезно. И вот здесь, как я уже говорил, время свое тратить категорически не нужно, потому что у нас его на самом деле не так много. Действий нам приходится делать очень много, но все это потом сторится и окупится, потому что любой труд будет вознагражден. И терять время на то, что не принесет результата, просто не стоит. И, конечно же, самое интересное, раз мы идем
по разговору, прям так. Вот я забыл немножко сказать, может, тоже кому-то будет очень ценно, очень важно, что после того, как мы сказали человеку, что позвонили только для того, чтобы узнать, что это за человек, да, потому что находимся с ним в контактах, здесь, конечно же, нужно первым задать какой-нибудь вопрос человеку. Вопрос, как я уже говорил, должен быть такой, который действительно интересует вас. Возможно, на аватарке человек изображен на фоне какого-то памятника. Вы можете спросить, а где вы находитесь, что это за местность. Либо задать вопрос по статусу, либо спросить, как давно человек живет в городе, о котором вы прочитали в его личных данных. На самом деле, вот спрашивать нужно то, что вас действительно интересует. Тогда будет чувствоваться, что вы интересуетесь человеком, а делаете это не для галочки. И очень часто я могу сказать, что люди действительно чувствуют. Вот мне просто бывает, звонят люди и задают настолько такие нелепые вопросы, сразу начинают говорить о какой-то погоде, что, знаете, вот о какой-то искренности, но просто речи быть не может, аж в голосе чувствуется. И любой человек вот это все воспринимает. Так что действительно спрашивайте то, что вам действительно интересно. Если вам не интересно спрашивать про город, если не интересно спрашивать про погоду, ничем человек особенно не привлек, то все-таки, как ни крути, но мы занимаемся бизнесом. Спросите у человека, как давно он находится в интернете и в частности в бизнесе. Только задайте вопрос так, как будто это вам действительно интересно. Это вопрос, который я задаю очень часто людям, практически всем, которым звоню, потому что от этого ответа зависит во многом наш с ним разговор. Человек может сказать, что находится в бизнесе 1 месяц, 2 года, 10 лет. И от его ответа я уже приблизительно знаю, как дальше мне вести с ним разговор. Поэтому, если вас интересует только бизнес, то первоначально можно задать этот вопрос. И потом уже слушать человека, находить в его ответах следующие вопросы и задавать их. Естественно, не упускать из виду те вопросы, о которых я говорил раньше. Про цель, про обучение, про время. И очень часто, когда мы задавали человеку вопросы, когда он, возможно, нам рассказал какое-то свое предложение о каком-то бизнесе, которым он занимается, вкратце, очень часто человек нам говорит, давайте я вам скину сейчас какую-то ссылочку. На самом деле тут очень просто. Когда человек вас спрашивает, давайте я вам скину какую-то ссылочку, вы можете сходу ему сказать, вы знаете, не надо кидать никаких ссылочек, у вас действительно замечательная компания, но я пользуюсь возможностью более привлекательной для себя. Это фраза, которая работает на 100% везде и всегда. И можете задать ему следующий вопрос, может быть, у вас еще что-нибудь есть. И пускай человек вкратце расскажет еще минуты на 2-3, а какой бизнес у него есть еще. Дайте ему эту возможность, дайте ему выговориться, но только не на 40 минут, не на 2 часа, а как-нибудь вкратце. Я вас уверяю, что после этого человек, он просто обязательно спросит у вас, какая же у вас все-таки возможность есть. Он вам рассказал, а вы вот так вот пользуетесь возможностью более привлекательной для себя. Эта фраза действительно работает всегда и везде. И тут уже вы можете приоткрыть ему небольшую завесу, но очень важно ничего человеку не навязывать, а просто показать ему, что вы получаете от этой возможности, что она дала именно вам. Ни в коем случае не надо пугаться, если вы еще не заработали денег в этом проекте. Не надо пугаться, если вы в бизнесе недавно. Не надо ничего преувеличивать и приукрашивать. Поверьте, что если таким образом, каким-то преувеличением человек зайдет к вам в бизнес, станет вашим партнером, то все равно он узнает, что денег, допустим, вы еще не заработали. Потому что то, что касается нашей команды, вы знаете, что мы довольно плотно друг с другом работаем. И примерно кто там на какие выплаты вышел, кто где стоит. Поэтому обманывать никогда не стоит. И поверьте, если вы сами зацепите с собой человека, вам будет абсолютно не важно, как давно вы находитесь в бизнесе, сколько денег вы получили в данном проекте. Если он, по вашим словам, услышит от вас, что вы там получаете грандиозное обучение, что-то еще, там третье, четвертое, командный дух, настрой, если он услышит в вашем голосе такую живую интонацию радостную, то ему абсолютно по барабану будет, какой там маркетинг и сколько денег вы там получаете. Ему очень важно на первом этапе дать человеку немножко высказаться, показать, что он вам действительно интересен. Но это в том случае, если он вам действительно интересен. А потом уже действительно показать, что вы имеете от того места, где находитесь. Но ни в коем случае не тянуть его туда. И, конечно, представьте, что вот это как раз-таки тот
человек, которому вы звоните, и он стоит, и перед ним несколько дорог. А на конце этой дороги какие-то предложения по бизнесу, какие-то проекты, какие-то компании, и в каждой из них он может заработать деньги, потому что любая компания, в принципе, хорошая, где люди зарабатывают деньги. И здесь важно показать человеку, почему он должен пойти именно к вам. На конце одной из этих дорог стоите вы и ваш проект. Решение он должен принять тоже сам. Ни в коем случае ничего ему не навязывать, а просто дать ему информацию, ну дать так. Вот видите, весь разговор сегодня шел к тому, что мы слушаем человека, задаем вопросы. И в конце мы подвели человека к тому, что он сам нас спросил, чем мы занимаемся. Вот этот момент, он очень важен, что не мы ему позвонили и стали его куда-то тащить, а мы позвонили, мы действительно его немножко послушали, и в конце он сам у нас спросил, чем мы занимаемся. И мы как бы незначай рассказываем, что мы имеем, но не предлагаем им. Мы рассказываем, делаем какой-то акцент, как нам действительно хорошо, что у нас и команда. Рассказать, я думаю, может каждый о нашей команде и о отношениях, и о созвонах, о всем, что сейчас происходит у нас внутри. Но не перетаскивать. Вот эта вот возможность, вот это решение в голове у человека должно созреть само. И если он сам созреет и встанет на дорожку, на ту дорожку, которая ведет к вам, то, поверьте, с этой дорожки он уже ни влево, ни вправо не свернет, потому что решение он принял сам. И он придет в этот бизнес и будет работать. А если человека, как вот тоже я уже говорил, как большинство людей делают, рассказывают, зазывают, показывают сладкий пряник, давайте к нам, тут практически делать ничего не надо, сейчас вам всех сюда все поставят и будете купаться в деньгах. Такой человек даже, может быть, побежит к вам. Но ни о какой работе речи быть не может. А я уже говорил, что нам важно не пригласить 100 человек, чтобы из них 10 начало работать. А нам важно найти небольшое количество людей, но чтобы все из них работали. Поэтому вот с таким отношением нужно к этому подходить. Понятен вообще ход всего, что я здесь рассказываю. Если все в целом вот это сопоставить, сама цель звонка первоначальная, да, что мы не навязываем человеку бизнес, в процессе мы его слушаем, нам интересно узнать, что это за человек. Мы задаем ему вопросы, которые интересуют нас, но задаем их так, как будто нас это интересует не по бизнесу, подходит он нам или нет, не со стороны начальника, который задает вопросы подчиненному, а со стороны друга, который разговаривает с другом. Задаем эти вопросы от души, но для себя в голове делаем выводы, подходит этот человек или нам или нет. И когда вот это все в голове укладывается, когда этот жетон проваливается, откровенно вам могу сказать, что абсолютно тогда не важно, с каким человеком нам разговаривать и сколько человек находится в бизнесе. Потому что мы преследуем какую-то определенную цель, и она очень простая. Если человек успешен, очень рад, что встретил в интернете еще одного человека, у которого все хорошо, у нас теперь двое. Давайте оставаться на связи, желаю вам удачи и хорошего настроения. Потому что если будет оно, будет все 100%. Все на самом деле очень просто. Представьте, что человек с красным галстуком – это вы, а стул – это как раз-таки тот человек, которому вы звоните. И когда вы начинаете сходу ему рассказывать о своем проекте, сходу начинаете его тащить, говорить «давайте быстро к нам, сейчас мы перевернем весь мир», то вы притягиваете его к себе, так же, как на слайде этот человек притягивает к себе стул. И стоит вам только немножко поднять руку, как этот стул от вас отшатнется. Потому что, знаете, когда человека куда-то зазываешь, когда ему вот так вот напрямую что-то предлагаешь, человеку действительно кажется, он это чувствует всем сердцем, что его хотят куда-то затащить, что-то с него хотят поиметь. И такой человек будет просто отбрыкиваться, и такой человек будет от вас отбрыкиваться и отталкиваться. Поэтому это в корне неправильно что-то кому-то навязывать. Знаете, как вот на самом деле, вот когда мы чего-то очень-очень сильно хотим, то есть сила мысли, все, наверное, об этом знают, и об этом нужно очень много думать. Но здесь, в сетевом бизнесе, немножко происходит по-другому. Смотрите, мы очень хотим подписать человека, подписывать людей, свою команду. Ну, как ни крути, но такая цель тоже присутствует. Но смотрите, что получается. Как бы мы много об этом не думали, но это зависит не от нас. Потому что мы с этими мыслями покушаемся на свободу людей, которых хотим подписать. Понимаете, в чем дело? В конечном итоге решение это принимать им. А мы думаем о том, чтобы
их затащить в наш бизнес, даже если им это не надо. Поэтому и результата никакого нет. Все должно быть очень по-доброму, в то же время с пониманием того, что мы занимаемся бизнесом. И в то же время все действительно должно быть тактично. Ни о каком навязывании ни в коем случае не может идти речь. И вот где нарисован второй стул, представьте, что вы отталкиваете этот стул от себя, а потом, когда руку поднимаете, он притягивается к вам. Отталкивание – это действительно то, что работает, и работает очень-очень сильно. Потому что, приведу очень простой пример. Как я уже говорил, мы выяснили у человека цель, мы выяснили, что цель у него есть, выяснили, что он готов обучаться, но времени у него, к сожалению, мало. И в конце разговора он говорит: ну что же у вас там все-таки за проект? И вы сходу ему можете сказать: вы знаете, вам этот проект вряд ли подойдет, потому что речь идет о деньгах, у нас действительно и деньги, но у нас надо работать. А вы сказали, что у вас просто мало времени, так что вам это вряд ли подойдет. На практике были такие случаи, пример привожу из личного опыта, именно так, как говорил людям некоторым. И эти люди очень часто начинали говорить, что время они найдут, хотя даже не знали, о каком проекте идет речь. Я могу вот там-то время немножко взять, вот там-то времени. Понимаете, а само наше отношение, то, как мы это делаем, если у нас горят глаза, и если человек там согласился пойти на презентацию, и мы начинаем радоваться, сразу оживляемся, это категорически делать нельзя. Ведь важно понять, что мы приносим пользу человеку, мы показываем ему возможность, даем ему шанс заработать деньги. А получается, когда мы начинаем оживляться и радоваться, этот человек понимает, что благодаря тому, что он сейчас приходит, у нас что тут все хорошо пошло. Что мы им закрываем какую-то брешь, какую-то дыру в своем финансовом бюджете. Что мы им пользуемся, грубо говоря. Поэтому вести разговор надо вот именно по-доброму, ну, индивидуально с каждым человеком, но в то же время испытывать чувство бизнеса, чувство серьезности. И особенно в конце, когда мы делаем какое-то предложение человеку, нужно не бояться сказать ему «нет». Вот это, наверное, очень важно. Очень один хороший человек сказал мне эту фразу, она у меня осела в сердце навсегда, наверное. Потому что действительно, когда говоришь человеку «нет», то очень большая вероятность, что именно этот человек и станет твоим партнером. Его просто, извиняюсь за выражение еще раз, жаба просто-напросто задушит. Почему это я не подхожу? Да как это у меня времени нет? Ведь речь идет о деньгах. А кто-то за меня решил, что у меня нет времени. Ну, здесь действительно вот такое отношение. И не бойтесь никогда прерывать беседу. Не позволяйте никому тратить свое время. И действительно нужно научиться говорить людям «нет». И знаете, сделать это непросто. А на самом деле это ключевая часть, практически ключевая часть успеха. Ведь знаете, очень важно еще наше отношение к тому бизнесу, которым мы занимаемся. Если мы чувствуем себя в этом бизнесе, и представьте, если в наш бизнес подходят все подряд, то наш бизнес для нас теряет ценность. А если мы выбираем людей, мы не всем показываем возможность, а только определенным людям, которые действительно нам подходят, то в наших глазах наша возможность просто возрастает и становится ценнее. Потому что попасть сюда может не каждый человек. Ну и, конечно, что же такое алгоритм? Вот сейчас мы дошли до этого момента. И все на самом деле просто. Первое. Вот примерно вот такие пункты должны быть на листочке на этом алгоритме. Сейчас я быстро пробегу, что это такое. Первое, конечно же, приветствие. Это надо поздороваться с человеком, спросить про настроение или что-нибудь еще. Присоединение – это как раз-таки сделать человеку какой-то комплимент. Но комплимент, еще раз подчеркиваю, сделать именно тот, который действительно вам интересен. Если у человека хорошая прическа, да, у женщины, и вам действительно вот нравится эта прическа, то сделайте этот комплимент. Почему бы нет? Можно спросить даже, сколько стоит эта стрижка. Потому что все мы люди, все мы в салонах делаем все прически, особенно женщины, и все это стоит денег. Такое живое общение, оно очень хорошо сближает. Присоединение нужно для того, чтобы человек улыбнулся. Если человек хотя бы один раз улыбнется, то разговор у вас будет легкий и хороший. Проходить будет в непринужденной форме. Третье – это вопросы, в первую очередь вопросы из ответов, как я уже говорил. Когда человек нам что-то рассказывает, надо из его ответов выдергивать какие-то вопросы и что-то спрашивать, чтобы человек действительно видел, что он нам интересен. И вопросы именно по бизнесу.
про цель, про обучение и про время. Вопросы-тесты – это тоже очень важно перед тем, как делать заключительную часть, именно вывод на наставника, либо давать ссылку на презентацию, либо еще что-то. Нужно задать человеку вопросы-тест. Звучат они следующим образом. Скажите, действительно ли вам интересно это предложение? Скажите, вам действительно нужны деньги? Скажите, вы действительно готовы работать? Я вас правильно понимаю, что у вас то-то, то-то, то-то? Чтобы человек подтвердил то, что вы уже услышали, чтобы он сам вам ответил на эти вопросы согласен. Чтобы он сказал, да, вы меня правильно понимаете. И только после этого нужно делать человеку предложение. Скорее всего, даже не делать предложение, а показывать нашу возможность. Ну, показывать ее так, чтобы у человека само созрело решение прийти к нам и участвовать в нашем проекте. О заключительной части здесь я ничего рассказывать не стал, потому что заключительная часть имеется в виду вывод на наставника, заключение сделки. Об этом лучше всего обратиться действительно к человеку, который вас пригласил, к своим наставникам, к людям, которые стоят рядом. У нас в команде, вы знаете, что любой человек вам пошагово на все это ответит и даст любые ответы. Вот этот алгоритм, он действительно должен быть на листочке первое время. И потом, когда вот это все... Знаете, почему это очень важно? Потому что, когда все эти вопросы на листочке, и вы каждый день их видите, то все они откладываются у вас в голове. Если вы с человеком разговариваете, и у вас тема от разговора ушла, а как я уже говорил, время нам терять просто сейчас, это такая непозволительная роскошь, то у нас может включиться этот алгоритм, и мы можем перейти к любому из этих пунктов и повернуть разговор в то русло, в которое нам нужно. Поэтому этот алгоритм действительно очень важен. Он экономит и наше время, и приводит нас к результату. Ну и на самом деле уже подводить небольшие итоги. Многие люди действительно думают, что путь к успеху выглядит вот так, как ровная ниточка. Ну, на самом деле все обстоит немножко по-другому, и вот эти вот закорючки, как вторая ниточка, да, вот этот зигзаг, можно сопоставить это как раз-таки со звонками. Каждый изгиб – это звонок, каждый изгиб – это звонок. Потому что если мы один раз научимся правильно общаться с людьми голосом, правильно расставим приоритеты, правильно поставим цель звонка и будем испытывать легкость и удовольствие от этого общения, то тогда уже любой бизнес абсолютно будет нам по зубам.